Мы рады снова встретиться с вами. Как известно, в немецком Рупольдинге проходит 5-й этап Кубка мира. Женская гонка преследования, которая состоялась сегодня, принесла победу норвежской биатлонистке Тириль Экхаф. Биатлонисткам предстояло преодолеть 10-километровую дистанцию. Тириль Экхаф смогла пройти эту дистанцию почти за 35 минут. Второе место оказалось у биатлонистки Паулины Фиалковой из Словакии. Она проиграла лидеру 46 секунд. В тройку сильнейших вошла шведская биатлонистка Ханна Оберг, проиграв первому месту 55 секунд. Отметим, что Тириль Экхаф, имея большой запас времени, финишировала с флагом Норвегии в руках. Что касается российских биатлонисток, то результаты здесь неутешительные. У Ларисы Куклиной два промаха. К финишу она пришла 19-й. Ирина Старых – 27-й, отыграв при этом несколько позиций. У Кристины Рисовой – 34-й результат, а у Екатерины Юрловой-Перхт – только 44-й. Как говорится, увы и ах. Но все-таки мы верим в российских биатлонисток и надеемся на них.